Новые возможности для иностранного бизнеса в свете очередного послания президента и стратегии развития страны до 2050 года стали главной темой обсуждения на встрече представителей деловых кругов Великобритании. Джефф Темпл – руководитель консалтинговой компании. Он был одним из первых западных бизнесменов, который начал сотрудничество с постсоветскими странами. По его словам, с 2001 года основной фокус деятельности компании направлен именно на сотрудничество с Казахстаном. Совместными усилиями реализованы проекты в энергетической сфере, строительстве и финансах. Компания принимает активное участие в привлечении иностранного капитала в нашу страну. Мистер Темпл уверен, что у казахстанско-британского сотрудничества большой потенциал. Я энтузиаст Казахстана. Я уверен, что это страна огромных возможностей. Казахстанская экономика растет намного быстрее, чем экономика соседних государств. Например, если в Казахстане рост составляет 6% в год, то в России только 2,5%. Послание президента и стратегия 2050 – это дорожные карты, по которым будет развиваться Казахстан. Я считаю, что эти программы открывают самые благоприятные возможности для развития и расширения плодотворного сотрудничества.